Всем доброе утро, ребят. Особенно тем, кто пережил обнову. Нету, к сожалению, сегодня на русском или частью. Можно отдохнуть, отойти от нее, посмотреть на нее с другой стороны. Обновление, оно будет, скорее всего, завтра. Но сегодня у нас, как обычно, утренний обзор рынков и угадайка. Так, я надеюсь, я сегодня доделаю все, что хотел. Поехали посмотрим, что там у нас по плюхам интересное есть. Дискаунт есть. Так, что в дискаунте? О, добавили саморазрушение. Новый поменяли. Девятые, десятые. Печенюшки. Добавили. Титула немножко смотрю, ну а так вроде все как обычно. Здесь хранитель леса, можно за самоцветы забрать, ну такое. Так, карточка, она стабильна. Островок Бардика получили. Так, что у нас по острову? Ну, остров стабильный. С огником уже не было у нас огника, если я не ошибаюсь. Потом у нас поменяли, но тоже ничего нового нету. Я думаю, они после того, как уже обновят, в следующий раз добавят нового героя сюда. Поэтому как минимум неделю придется еще ждать. Возможно, сумки появятся раньше. Так, Winter Gifts. Барда 100, нифига себе. Серьезно, это за двадцатку, за минималку. За 3000 самоцветов. Интересно. Неплохие плюхи. Пальца. 20 рун. Так, хорошо, что у нас еще есть Resolution. Лессерш. Лессерш. За вход. Покер матчер. Ну ничего такого больше нету. Поехали глянем рынок, что у нас по рынку интересного сегодня есть. А, так, леса в сумочках. Барт вообще, смотрите, вообще копейки начинаются. Ну, барт, в принципе, на русском самый дешевый. Так, огник, понятно. Мэрия. Найм сегодня есть, там. Ну такой, а, и аккумулейшн есть. Трата есть, ничего себе. 20, ну трата здесь такая себе. Так, а что у нас здесь на розу скин? Расходники, 10 монеток. В принципе, неплохо, 20 этих, 600, 8 камней. Ой, средненький пак, за 20 баксов можно все забрать. Так, окей, с этим разобрались, поехали, давайте поехали сразу же АС чекнем. Посмотреть, сразу сравнить, что на АС есть интересного. Бонусные предметы, это скорее всего такая же акция, как и а сегодня у них магазины. Безумие есть, да, Барт 100, то же самое, магическое пальца, руны таланта одинаковые, магазинное безумие, что у нас тут по безумию, 50 барда, нифига себе, за одну попытку, дешевее что-то он конкретно, Мэрии то дороже стоит, да, неплохо, пальца, но нету, лисичка по 3, по 5 есть. Как вариант. Так, окей, поехали дальше. Разбиватель яиц. Тоже смотрите, какие. Ну, здесь все за. Это донатная акция. Карта богатства, парящий остров. Понятно. Одержим. Вот так вот, с бесплаточки.
Так, хорошо, что по рынку у них интересного, какое у них накопление. Ария. Тоже самый пакет накопления. Пакет накопления такой же, как и у нас. Странно. Уже сравнили два сервака. Но немножко другое отличается. Вроде здесь монетки у нас даются. Но плюс-минус такое же. Ну, АЭС, конечно, вчерашний, я вам показывал акции, просто бомбический по некоторым моментам. Так, окей. Поехали на немку. Забежим на Тайвань, глянем, что там после обновления добавилось, не добавилось. Интересно посмотреть. Давай, кофеек. Как хорошо кофе с утра после стрима, вы даже себе не представляете. Так, что у нас тут? Джубель. Календарик зимний. Такая тема, ребята. Но, к сожалению, только здесь. Так, что-то добавили здесь. Понятно. Понятно. Так, Базар Маркет. Ну, посмотрите на эти плюхи. Ну, просто песня для бездоната. 400 за 11к. Вообще отлично. Сумки розы. Уже сюда повпихивали. Ну, неплохо, неплохо. Так, это все донатное. Здесь после 10 обновят все. Мы поехали на Тайвань, глянем, и на русский. Гонка, как видите, Тайвань обновилась. Новый фончик. Неплохой. На русском только завтра будет обновление. Ну, наверное, на английском и на немке то же самое. Так, набор за один самоцвет. Понятно, ищем. Ну, здесь новые итемы вряд ли будут продавать до того, как будет обнова на остальных серваках. Как правило. А нет. Нифига себе. Вот оно, ребятушки. А, новые сумки. Я думал, отсюда будет новый герой. Оказывается, нет. Так, ну, сумка, короче, такая, ничего. 5 камней, 5 этих, 20 этих... У меня такое чувство, что на 15 скилл надо будут все-таки камикроки 5, точно так же, как и 4 на 14. Поэтому надо их дофига. Ну, я вам скажу, пакетик реально солидный. Это вот кайфовая тема для тех, кто хочет прокачать аккаунт. Так, новый талант. Это я на них обзорчик сделаю вам попозже. Ну, такое... Понятно. Карты где? Где карты? Все хотят увидеть, что падает в карте. Смотрим, что тут добавили по акции. Так, понятно. Порт Лото. Это акция на донат. Такая же. Так, что у нас здесь? Здесь убрали две этих. Я показывал, но еще ничего не пооткрывали. А вот этих вот две закрыты, просто они не работают. Значит, будут какие-то изменения. Так, понятно, поехали на русский сервер. Поехали. Так, русский сервер. Но все печально. Да. Ну, тоже есть накопление. Конечно, оно не сразу. Ну, не хуже, чем там, я вам скажу. Расходники для русского сервера самое то. 3000 апокс камней. Правда, рынка самого нет. Вот что самое печальное. Хрустальный сундук. Да ты что, нифига. Бард? Огонь. Пират. Да ладно, на сегодня что-то на русском сервере больше акций, чем на других серваках. Ну, пират как
как обычно. Карта богатства, парящий остров. Вот же. Собери сам. Ну, собери сам, блин. Вот реально на русском сервере. Один из дешевых и самых топовых вариантов. Убрали отсюда, смотрите, убрали. Офигеть. Барда Мэри, остальных убрали, возможность собирать. Ну, кто успел, тот успел. Кто не успел, тот не успел. Так, у нас тут супер набор, накопление, императорское. Да, больше ничего такого нету. Окей. Поехали, жмакаем за 450. Бум. Ну интересно, кто-то угадал или нет. Так. Так, все, тихо. Я вчера фанился. Так, смотрим сначала новое. Так, участвую, игроки. Игроки Кастелкаш, народ бедный, ждут изменений к следующему месяцу, да. Так, Тритон, не синяя слизь. Панда, палач, не слизь. Блин, просто три синих слизни. Плюс одно. Так, синяя. Шпрот, как ты рядом был? Панда, синяя слизнь. Панда, наемный убийца. Жек, куда ты залез? Залез в топ. Синяя слизнь, синяя слизнь. Блин, три синих слизни. Шпрот, наверное, был самый-самый близкий. Синяя слизнь, ледяной. Наемный убийца. Да, никто не... Три синих слизни, ну... В этом и весь кайф этого утреннего конкурса, проверить удачу. Но, как видите, пока что неприступный он уже неделю практически. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте под этим видосом в этом же конкурсе. Всем удачи, всем пока.